Приветствую всех на канале Девкладоискатель. Сегодня очередной у нас выезд. Ориентировочно опять за чешуей и за петровскими монетами. Тут вот какая засада нарисовалась. Сегодня 14 апреля, а с 15 апреля у нас вроде запрещен будет въезд в сосновые леса. Пожароопасная ситуация. Так что боюсь, что мы отъездимся. Но если кордоны не будут ставить нигде, тогда, может, и сможем ехать. А если будут, то хрен. Ну ладно. Как будет, так будет. Переключаемся. Ждем следующего включения на месте. Ну вот мы и на месте. И смотрите, два наших комрада. Вот они улыбятся. Все места уже повыбили, засранцы. Ну, будем надеяться, что нам сегодня повезет. Пожелайте нам удачи. Вот такая здесь у нас ситуация. Пожар был 2 дня назад. Сейчас все еще тлеет. А мы ходим тут. Сейчас как черти боимся в зале. Но ничего. Там, где открыт огонь, будем затушивать. Тушить. Не переключаемся, ждем находок. Первая находка, блин, цветная. Вот гвозди от подковы. Звучат, они кованые, звучат как медь. Двигаемся дальше. Ну, наконец-то у нас вроде сигнальчик путный. 12. Очень похоже на чешуйку. Сейчас узнаем, что это такое. Ну, где ты? Что-то здесь. Что-то слишком сильно пищит. Вряд ли. Чешуя. Скорее всего, медяха, наверное, какая-нибудь. Что это такое? О, перстень, что ли? Ну, тоже ничего. О. Класс. Перстенек. Сейчас почищу, покажу поближе. Вот слегка помыли. Вот такой перстень, скорее всего, был, наверное, с камнем. Но камень уже не найти. Блин, 2 часа, наверное, или 3 хожу, вообще ничего нет. Одни гвозди от подков, они звучат пипец. Ну, перстенек. Звучал опять как чешуя. Так, ладно, двигаемся дальше. Бывает, то за раз 6 монет, 3 чешуи, а то 1 перстень за 4 часа и ничего больше. На этом, пожалуй, все, наверное. Не знаю, выкладывать это видео или нет. Ну, в принципе, можно как показатель того, что ничего мы не подкладываем. Как есть коп, так и показываем. Ветер, блин, шумит. Не знаю, слышно будет, нет. Провод на наушниках сломал, вставлял, и когда поднимался, наступил на него и выломал один разъем. Теперь придется что-то гандобить. Ну, пожалуй, на этом все.
Если еще что-то найду, сейчас иду к машине, то покажу. А если не найду, то всем до свидания. До новых встреч в эфире. О! Ну, блин, бьет чернину. Вряд ли какая-то фигня, но все равно выкопаем. Всем пока. Сейчас еще вам покажу зачетную штучку. Наш товарищ нашел, комрад. Но не здесь. Смотрите, какой пятачок екатерининский. Я вообще ни разу не поднимал. Вот это елда. Шайба, да? Да охренеть, тяжеленная. И главное, вот я не пойму, то ли это, может, фальшивка какая-то. Он не штампованный, он как бы кованный, в смысле же литой, вот, от отливки следы. Может, фальшивка какая-нибудь? Хотя этот гурт есть. Вот есть. А, ну да. Значит, он где-то вот... Просто какой-то ворочок небольшой. Mm. Вот такие вот находочки бывают, но это в городе. Нашел он на огороде. А здесь ни хрена ничего нет. Или мы плохо искали, или сегодня не наш день. Пока ничего. Вот лина это маленькая такая, блин. Чешуй? Нашел? Да. Нашел? Да. Здесь сегодня нет. Ну как, колечко тоже. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки и подписываемся на канал. Я уж не знаю, стоит ли выкладывать это видео. Одна находка. Ну ты не показывай, или ты потом будешь показываться? А? Потом будешь показываться? Ну не знаю, я еще не решил. Перстеночек. Перстень, я уже записал его. Ага. Я когда это самое? Выкапывал. Ох, какие у нас тут красоты, хоть красоты покажу. Чего? Щуки нету. Нету? Я говорю, красоты у нас какие. Ну все, походу. Поедем домой. Что-то я уже подустал. Когда не находишь долго, больше 2 часов ничего, тогда теряешь интерес к процессу. Не знаю, как у всех, у меня вот так. На этом все. Еще раз до свидания всем. До новых встреч в эфире.